Что значит купить квартиру в новострое по переуступке? Я часто слышу этот вопрос от моих клиентов-покупателей. Доброе утро, меня зовут Светлана Светлична, я специалист по недвижимости, работаю в городе Харьков в магазине недвижимости ГОСТ. Говоря просто, переуступка – это когда кто-то купил квартиру в новострое у застройщика на раннем этапе строительства и через некоторое время ее перепродает, уступает свое право на квартиру в будущем доме. Обязательно переуступка первичного инвестора продавца новому инвестору, покупателю, проводится с согласия и под контролем застройщика. Между сторонами это подкрепляется специальным договором. А значит, переуступка одной и той же квартиры нескольким лицам исключена. За что любят покупатели переуступку? Цена на такую недвижимость меньше, дешевле и оформление, чем с документами права собственности. Это потому, что нет налогов. И можно увидеть уже построенный дом и саму квартиру. В завершение отмечу, что отдел новостроев магазина недвижимости ГОСТ работает только с проверенными и надежными застройщиками. Желаю и вам продавать и покупать недвижимость с профессионалами. Мой телефон 096 908 94 77.